Всем привет, с вами снова я, Ярик Ярко. И сегодня на моем канале будет сравнение. Короче, я буду сравнивать два школьных альбома. Один сделан неделю назад, а другой 6 лет назад. Сравнение очень большое. Первый школьный альбом, который сделан неделю назад, новый, он выглядит вот так вот. Как видите, на титульной страничке даже все фотографии учеников сделан на солнухе. Тут написан альбом, школа, потом город, класс и дата, когда он был сделан. Но титульная страничка вроде нормальная. Второй альбом выглядит вот так. Surprise, motherfucker! Вот он так выглядит. Тут написано «Наш класс». И вот какой-то глобус. Вот красный фон, это не очень. Ну, первый балл мы отдаем альбому новому, потому что там больше написано и больше рассказано на первой титульной страничке. Ну что ж, посмотрим внутренности альбома. Это наша директриса. Это наша классная руководительница. Это зауч. Или заместитель директора, можно сказать. Учитель русского и зарубежной литературы. Это учитель физики, в основном здоровья. И наш, как бы, второй классный руководитель, который заменяет первую. Учитель украинского языка. Но это не у моей группы, это у второй группы, но она все равно... Мне говорили, что она ведет украинский язык, просто ас в украинском языке. Это учитель истории всемирной и истории Украины. Она тоже мне нравится, прикольная учитель, она прикольно преподает. Вот учитель английского языка, тоже хорошая. Это наш классный руководитель, который был еще в начальных классах, учитель физкультуры и учитель трудов. Но это учитель трудов у девочек, а у нас, соответственно, трудовик. Это я. Да, отличный кадр получился, конечно. Мне хотелось бы показать... Какой я был в 2009 году? В 2007 я был вот такой. Самая ржачная фотография — это с 2008. Но самое смешное — это вот это. Еще я хотел бы показать фотографии нас с Таней в детстве. Еще можно добавить один балл новому альбому за то, что фотографии сразу сделаны на листе альбома. Но в старом альбоме
там фотографии влаживаются в файл, который отсвечивает, если на него посветить. А так, если не посветить, вообще не видно будет на камеру. Так что даем 1 балл новому альбому. Можно сказать, что победил новый альбом, новые технологии. Вот такое было, такое себе видео. И надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Подписка будет внизу. Так что всем пока, до следующего видео. Джану? 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 Аж рат ка сін бана ле. Джану? Сін бана ле. Джану? Сін бана ле. Джану? Сін бана ле. Джану? Аж рат ка сін бана ле. लगाऊंगा तेरे घर के गेट पर।